нас очень низкий показатель медиа-здоровья. То есть вот, знаете, особенно молодежь, да, это же социальные сети, это сейчас вот такой бич, да. Но что молодежь читает? Что она черпает из этих бескрайних просторов интернета? Все, что касается религиозной культуры, да, самой религии, да. К сожалению, это тоже не оставляет желать лучшего, да. Поэтому граждане наших стран становятся легкой добычей для вербовщиков и манипуляторов. Один из таких ключевых, наверное, проблем – это низкий уровень образования, на мой взгляд. Необходимо давать детям такие знания, которые будут выработать у них определенный иммунитет. Социально-экономические проблемы – это тоже. У нас в Узбекистане очень много процессов вербовки происходили не в местах их постоянного проживания, именно когда они были в миграции. Есть и такие случаи, что когда человек подвергается какому-то психологическому насилию, когда у него есть какая-то обида на государство или на своих близких, он начинает искать какое-то такое место, где вот он обретет вот ту, на его взгляд, свободу, да, и простор для своих инициатив. Это тоже может быть одной из причин.